Всем привет, с вами Дио, добро пожаловать на мой канал. Сейчас посмотрим видосик от Валеры Гостера. Стоит ли покупать бачу? Я даже уже название не буду удивляться, я просто пойду смотреть. Вот, лайкосик, подписочка, колокольчик и поехали. Всем привет. Привет! Все как обычно. Рулетка вращается, игра выбирается. Эта версия рулетки стабильна, починена и крутится как надо. Что ж, вращаем! Чудесно. Так, 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 тоже будет. Блин, так азартно, аж дух сводит. Мне кажется, уже проясняется победитель там. Ну, просто невероятно, невероятно. Как это так происходит? Честно говоря, не понимаю, не понимаю. Главный вопрос сегодня, стоит ли покупать батю? Во-первых, батя не мать. Из прошлого урока мы выяснили, что мать нигде не продается, мать бесплатная. Батя, в отличие от матери, продается за 7 баксов. Если переводить на унции, то нифига не выйдет, потому что кто на унции переводит вообще деньги? Вы что, конченые? Вот мы запустили отца. Язык у нас London is the capital of Great Britain. И какие-то мучачесы. В мире монотонного ужаса может быть спасение в диких сновидениях. Спасибо, Ричард, что нагнетаешь сходу тут. Хаддлфилд, 97-го года. Это собака какая-то. Или... А, это кошка. Тут, понимаете, да, скилл фигового зрения, что ты как бы такой... Нет, вроде не собака, по-моему, это кошка. Такой, это кошка такая. Ага. И мы сходу уже подвальные жители, то есть с вами. Покрутите мышкой, позапикапьте объект. Привет, мяч, давай улыбаться тебе буду. Кинь ты мяч, а куда я тебе его кину? Вверх? Особо не разгуляешься. Ой, извиняюсь. А чё вы меня в подвал посадили? О, привет, бать. Нормальное у бати понятие. Разбил люстру, разбили еба. С первых минут игры мы понимаем, что жизнь у нас не сахар, не ролтон и даже не огурцы. Что, двигаемся по подвалу, живем. If I break them, отец меня убьет. Да я уже понял, что тут ничего не стоит разбивать. Ведерочка. Это ведро для моих кокул. Понятно. Живу в подвале, хожу в ведро, получаю от бати. Почему батя меня посадил в подвал? Типа, за что? Я что, до лампы что-то еще успел разбить? Ну-ка давай, вызываю батю. Не работает. Да? Бум шакалака! Че, я молодец? Я свободен, не? Где-то что-то шумит. Звук такой, будто сок не может допить с трубочки. Да, допьешь кстати. Там, нет? Что-то изнутри холодильника шумит. Ой, жесть, тараканы! Время ланча. О, мне еду принес. Слишком резкий переход. А что над ней мухи летают? Это что, говно что ли? Нафига мне это? Похоже. Я не буду это есть. Бери обратно. Слышишь? Мне походу придется это есть. Дисгастинг. Че, какая-то мрачная игра, я думал, это от Диснея что-то. Таракан, привет. Или это я? Это же мешок из холодильника. Почему мешок, конечно, непонятно. Стой! Подожди! Стой, давай дружить. Стой на месте, сейчас я тебя устрою. На! Я ж тебя оглушил мечом, ты чё? Сбивать всякие банки. Я сам себя устраиваю здесь развлечения. Меня ничего не остановит. Мне так нравится этот смайлик на мячике. О да, we have a winner, это я. Где мой приз? Я сбил все. О нет, ну что это? Ну не надо, ну нет, ну батя, ну не стукай, ну нет. Это что, приз, что ли? Что это такое? Ля мышь, еще и мяч засунул куда. Чисто пердун. Эх, если бы я мог прыгать, как Михаил. Да нафиг мне надо прыгать, ваша. У меня для этого есть смекалочка. Видите, какой я умный? Вы ведь часто Лучка. Спрашиваете у меня. Почему вы такой клевый, умный, классный, просто... Буэна, мучачес, амиго, стребьенца. Ну что ж, я скажу вам. Просто я пью сухой энергетический напиток. А? Да, вы не ослышались, сухой. Нет, я не тупой. Ну просто он реально сухой. Напиток, который нужно сделать мокрым. К сожалению, он не намокает самостоятельно при виде меня, хотя должен быть. Но я думаю, вы сможете его, так сказать, замочить. Дает мне буст на скорость, баф на внимательность, так на смекалочку. Плюс 4 красоте, но это уже классовая способность. И, кстати, сахара нет, маме привет. Именно поэтому такие головоломки для меня вообще не преграда. Что ты там в ящик вдупляешь, что ли, сидишь, пока я ползаю здесь? Вижу пивасик. Офигеть, такой большой телевизор и черно-белый. Ну ты, конечно, собака. И как туда добраться? Ой, да как же ты надоел-то уже, а? Я буду носиться кругами здесь, пока ты не устанешь.
Или пока не упаду в обморок. Да какого хрен? Попрыгай со мной. Нормально мне он по голове настучал. Теперь я буду с мячиками разговаривать. О, я могу прыгать как мячик. Оп. С мячом повелся, прыжками обзавелся, получается. Слышишь, ЛГБТ, ты куда меня ведешь? Почему он светится? Сваливай. От кого, в смысле? А! Это был сон. Ой, я научился прыгать, спасибо, мячик. Все, заныкаю его сюда, чтобы батя больше его не прятал от меня. Yes! Привет, мешок. Теперь ты от меня не убежишь. Да куда ты там заныкался? Я теперь тоже могу лазить в труднодоступных местах, понял? Что, теперь поговорим, кто здесь главный? Зачем я его съел? Что это такое? Тести! Серьезно? Нажмите М. Типа карта, что ли, здесь будет? Ох, щет. В смысле, это я? Это в смысле мое? Это... О, тепленькое. Я, конечно, могу положить это в ведро для какул, но я и могу играться с какашкой. Еще, еще! Да, я придумал. Я буду играться с какашками. Все. Классные колонки, бать. Жалко, что они в какулах теперь все. Кстати, где там он телек смотрит? На тебе, слышишь? Потом тебя попахнет. Very funny, very funny. Absolutely right. Я также делаю дома постоянно. Так, что я здесь делаю? Могу покакать? Офигеть. Стиралка, да? Вот вам прикол. Потом, батя, мне спасибо скажешь. Стиралку тебе засуну. Я могу поиграть в горного кота. Я залезу на шкаф и буду с него какать. Кто-нибудь тут есть? Меня кто-нибудь вообще может спасти? Я бы так же делала. Живу в подвале, ем тараканов, играю со своим говном. Батя меня избивает битой. Алло, люди, пожалуйста. Вот доказательство, смотрите. Того, что я играю своим говном. Никто не хочет меня спасти внезапно. Не очень много слов можно с этих букв собрать, если честно, так получается, да? О, холодос, прикольно. Классное место, чтобы я покакать здесь. Классно. Круто. Не выйду, пока не застрою весь холодильник. Ой, шикардос. Ладно, это будет наш стратегический запас. Челлендж. Классный день, чтобы что. Ну чё ты, где там? Хочешь меня побить сегодня? Отец не дома. А, я ж могу полазить пока везде. Я буду шуметь, и он не придет. Я хочу то место изучить. Ай! Мерзкая лампа. Ты чё, офигела? Ну-ка, ну-ка иди сюда. Получай. Вот так вот. Нефиг на меня нападать. Меня научили в этот день... А что-то как-то выбраться можно? Все, что ли? Насколько я полезен теперь? Батя здесь это оставил. Что это? Это пульт от телека. Посмотрим мультики. Ой, чую, у меня сейчас, конечно, таких пропетлячек я получу. Такс, такс, Никелодеон, что там, котопё... Что это такое? Я не хочу этот алфавит с этим сникерсом изучать. А в морозилке есть что похавать? О, что это? О, это были карандаши. Может, меня хоть батя похвалит теперь? Ага. Не, я не помню, что от меня так хвалили. Купил батю, чтобы он меня бил. Это как-то просто особый уровень похвалы. Фломастера. Насколько же у меня крепкий лоб. Я не могу закончить мой рисунок без фломастеров. Ну, это просто. Надо их сбить просто чем-то. А где мой мяч? А, какой мяч? У меня же полный холодильник добра моего. Ага. Батя все спер. Абориген, верни, что украл с холодильника, вор. Я чувствую себя сильнее. Привет. Хочешь вместе поиграться с моими какашками? Заходи ко мне. Ого, какой я шкаф могу таскать. Хана тебе, батя, извиняйся. Карандашечки мои. Теперь я могу закончить мой рисунок. Почему фазер и мазер какие-то анатомически верно, а я пупочный катушек? Что это? Это говняха! Я тоже так умею, алло! Эти глупые как дети, она там? Чего? Приколами, что ли? Кто-то где-то мяукает. А, ты сломал мой мячик! Кот, ты что, балбес, что ли? Ну-ка, иди сюда. Заземлить? Простить. Ну, я как электрик, наверное, заземлю. Вы, наверное, подумали, а как ты связан с электричеством? Нет, шарик. Ай, опять, что ли? Поэтому, внимание, заземляем кота. Я как отец. Окунь тунец. Это небольшая поучительная взбучка за мяч. Что ты, какашка, есть хочешь? А знаешь, что между нами общего? Я тоже ем с миски. Ты грустно. Смотри, что я ем. Что ж, тебе это, похоже, нравится. Я назову тебя Смайлик. Что, принес мне крысу, что ли? В смысле, чтоб я поел? А, у меня уже есть батя, но мама пропала. И Смайлик нашел маму. Так, логику я понял. Смысл я не понял. Как мне туда залезть теперь? Этот ваш Mirror's Edge для бедных? Это, конечно, интересно. Дальше. Так, потом. Не достанешь. Как?
так? Все равно стукнул как-то, смотрите-ка. После неплохого удара в голову меня снова накрывает. Я вижу говорящих тараканов. Таракан говорит, следуй за мной. Нажмите Е, чтобы лезть на потолок. У него просто тараканы радиоактивные там лезут. Воспитанный мячиками и тараканами не знает преград. Ай, отцепил. О, привет. Ой, угу. Мяч научил меня прыгать. Кот научил меня какать. Таракан научил меня... Бля! Научен многим хитростям жизни. Я вернулся с завода, мама-крыса. Привет, отец-крыса. Еда готова, мама-крыса? Вот еда и твое пиво. Это на вкус, как еда собаки. Я приготовлю тебе другую еду. Ты заслужила наказание. Нет, только не бей меня. Не снова, отец-крыса. Плохая мама-крыса. Закрою тебя в подвале, как твоего дитя. Так, ну что-то понятно. Что-то становится понятно. Мне снова предлагают покакать. Нифига себе, это больше, чем я. Че, больные, что ли? Фига вы мне разбили окно, дебилки. Без вас тут не прикольно жить, сейчас все холодно будет. Там что-то прикреплено. Твоя мать мертва, ты бешеный фрик. Не выходи на улицу, сгни там внизу. А нормальные пожелания, ребята, типа. Я только читать не умею, потому что я в подвале живу. Топ, пожелания на ДР. Еще кот? Или тот же самый? Видал, что я человек-таракан. Висю на потолке. Ха! Я могу свалить! Вот он, ворг какашек. О, да. Эх, шарик, я как и ты был на цепи. Да что ты орешь, видишь, у меня тоже проблемы. Смайлику нужна помощь. Что случилось у тебя? Ну давай же! Видишь, я не могу, я Моргенштерн, у меня цепь на шее. Я не могу это сломать. Жесть, ну хоть не в цирке. Может подвину... Вот это да! Да не мяусь-то так, я пытаюсь! Я задушил себя сам? Да, я временно отключился от самоудушья, я гений. Китти, ты что молчишь, ты там живой? Что я могу делать? Плюваться ядом! Вот это я токсик. Смайлик. Смайлик, ты где? Как научиться так же? Закися. Кого? Жутко очень. Да ёптить. А чё, батя боится? Что теперь не так прикольно, бать? Теперь ты заземлённый. Чё это ты с ружьём? Приходи сбитый, как обычно. Это между мной и батей. Или я могу просто уйти на свободу. Конечно, я его сожру сначала. За что заплатил-то? Ну что, привет, вор какашек с холодильника. Вот мы А, да? В смысле? А, шо? Да? То есть я выбрал сдохнуть, да? Я съел одного таракана из шести. У меня третья концовка. Но зато мы знаем, что он сам застрелился после этого, поэтому пофигу. Итак, плюсы и минусы жить с базой. Уютный подвал. Действительно, много места, есть где разгуляться. Иногда можно позырить телек. Классно! Клёво вышибая дурь, батя молодец, блин. Какать, какать можно где угодно с батей, он одобрит. Из минусов, конечно, ну, наверное, только еда. Еда в натуре говно. Только еда? Только еда. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. У меня как бы даже слов нету, чтобы выразить мое восхищение этой игрой. Это просто что-то. Поворачиваю голову, а там Лёха играет в Fallout уже в каком-то подвале. И у меня уже флешбеки. Флешбеки этого подвала с холодильником с говном. Класс. Блин, котика, конечно, жалко. Я так и не поняла, что с ним случилось. И почему мальчик начал плеваться кислотой. Даже не поняла. Возможно, я просто тупая. Но это как бы тяжело мне быть такой. Зато я вначале разглядела, что это кошка, а не собака. Ладно, лайкосик, подписочка, колокольчик, все. Пока-пока.
Let's have a